Калужские художники Ремир Альбертович Курчик, Борис Васильевич Дмитриев и Филипп Николаевич Ёлгин предложили дешево, красиво, по-современному оформить молодежное кафе и сделать это на общественных началах. Немало выдумки хорошего вкуса проявили художники, создавая эскизы для кафе «Звездочка». А как все это будет выглядеть в натуре? Давайте заглянем на минутку в зал. В такой обстановке приятно посидеть с друзьями за чашкой кофе. Хороший подарок получили молодые калужане. Кафе «Звездочка» стало их любимым местом отдыха.